Вода прибывает. Завтра с 8 утра увеличат сбросы через плотину Новосибирской ГЭС. Дачникам нужно быть готовыми к затоплению огородов. В опасной зоне около 200 участков в садовых обществах Советского и Первомайского районах. На эти территории направили оперативные группы спасателей. Уровень воды в Оби приблизится к отметке 390, это на 30 сантиметров выше критической. При этом прогнозы на вторую волну паводка неутешительные. В середине июня в зоне подтопления могут оказаться уже 500 дач. МЧС рекомендует их владельцам поднять ценные имущества на верхние этажи и соблюдать все меры предосторожности.